думаю, что мэр сделал такой правильный психологический ход, заставив людей представить себе, как их кладут, не дай бог, в эти могилы, завернутые в герметичные мешки, согласно протоколу ВОЗ. И такая пугалка, она тоже имеет значение, наверное, для того, чтобы люди серьезнее отнеслись к проблеме. Если этого... И такого нельзя. Это все усиливает панику, если они думают, если он думает, не знаю как, на основании чего, что он наоборот сделает лучше, то это наоборот усиливает панику, это сейчас панику усилило.